Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусный, нежный и ароматный шоколадно-творожный торт-суфле. Торт получается очень вкусный и в меру сладкий. Скажу честно, вкуснее торта я еще не пробовала. Он просто тает во рту. Для приготовления нам понадобится: для бисквита мука, какао, разрыхлитель теста, яйцо, сахар, соль, молоко, масло растительное. Для творожного суфле молоко, сахар, желатин, творог, темный шоколад, сливки 30%. Для шоколадной заливки нам понадобится темный шоколад и сливки. Сливки можно заменить сливочным маслом. Желатин заливаем холодной водой. Перемешиваем и оставляем на 15 минут. Приготовим бисквит. В глубокую посуду разбиваем 2 яйца. Добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем миксером приблизительно 7 минут до пышной массы. Муку, разрыхлитель и какао смешиваем и просеиваем. Приблизительно половину добавляем ко взбитым яйцам и замешиваем тесто. Добавляем молоко и растительное масло. И хорошо все перемешиваем. Затем добавляем вторую половину сухих ингредиентов. Дно разъемной формы застилаем пергаментной бумагой и смазываем бока формы растительным или сливочным маслом. Я использую разъемную форму диаметром 22 см. Выливаем тесто в форму, разравниваем и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 10-15 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Даем бисквиту минут 10 постоять при открытой дверце духовки, после чего ножом проходим по краю, достаем бисквит из формы и оставляем остывать. Теперь приготовим творожно-шоколадную начинку. В сотейник вливаем молоко и добавляем к нему сахар. Ставим на огонь, доводим до горячего состояния, помешивая до растворения сахара. В горячую массу добавляем набухший желатин и размешиваем до полного растворения. Горячую массу вливаем в творог и перебиваем погружным блендером. Далее добавляем растопленный черный шоколад. Растопить можно в микроволновке импульсами или на водяной бане. И хорошо все перебиваем блендером. Холодные жирные сливки взбиваем венчиком или миксером на маленькой скорости до мягких пиков. Взбитые сливки смешиваем с шоколадно-творожной массой. В разъемную форму кладем бисквит. Сверху выкладываем шоколадно-творожную массу и равномерно разравниваем. Убираем в холодильник на 8 часов или лучше на ночь для застывания. Когда торт застыл, проходимся по краю торта ножом и осторожно снимаем форму. Шоколад растопим на водяной бане или импульсами в микроволновке и добавим сливки. Или же можно растопить шоколад вместе со сливочным маслом, как это сделала я. Сверху на торт выливаем глазурь и разравниваем равномерно по всей поверхности. Торт украшаем ягодами.
Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Всем спасибо за просмотр и приятного всем аппетита!